Болтушки! Приветик, мои дорогие подписчики! Мы сегодня на канале Супер Развлекательный, и вместе с нами модные котята Castle Cats! Кто обожает эту игру, давайте играть вместе со мной! Готовы, друзья? Мне кажется, что сегодня у нас будет очень много всего интересного. И вот одно из них. Самое интересное — это получить новенького котеночка. Я очень надеюсь, что он будет совсем новый, а не такие, какие у меня уже есть. Ну что ж, открываем коробочку. Привет, привет, котичек. Ой, это не котик был, это всего лишь кристаллы. А мне казалось, что если коробка открывается, из нее пренепременно должен выпрыгнуть маленький котенок. Но ничего, чувствует мое сердце, что мы получим сегодня одного героя. Просто потрясающе классного героя. Ну а пока что пойдемте сражаться. Собираем все самое-самое лучшее. И заглянем, конечно же, в улучшение. Тем более мы можем развить уровень крепости и уровень металла. И для этого нам нужно отдать кое-какие материалы. Я готова, тем более насобирала их целую кучу. Итак, материалы отдаем и получаем новый уровень. О, ребята, как быстро все собирается. А теперь я хотела бы уровень крепости улучшить. Только как? Давайте заглянем вот сюда и посмотрим. О, смотрите, друзья, еще можно улучшить уровень ткани, перевести на третий уровень. Так, улучшаем. Смотрим, какая она модная, сковородная. Супер, супер, супер. Ну а теперь дошло время до крепости. Итак, вот моя крепость. Что же я наделала? Материалы все потратила, и мне совершенно не хватило на новую крепость. 250 материалов, 250 дерева, я их не насобирала. Ай-яй-яй, я уровень ткани улучшила. Что же мне теперь делать? Остается продолжать собирать материалы и не делать больше глупостей. Ладненько, давайте, друзья котята, пойдемте вместе со мной. Для начала кто-нибудь мне даст побольше золота, потому что золото — это всегда хорошо. За золото можно купить что-то очень важное и драгоценное. Так, ну давай теперь ты, Конан. Ну же, давай, давай, давай. Ого, сколько золотых монет. Они так мяукают, когда я их трясу, как будто бы им совершенно это не нравится. Взяли себе золото и не собираются его мне отдавать. Может быть, ты что-нибудь? Нет, кажется, уже все позаканчивалось. Ну, ничего страшного. А, нет, не хочет. Ничего страшного. Мы пойдем с вами в новые приключения. Тем более у нас столько новых квестов. И самая удивительная, невероятная история. А называется эта история «Кот-невидимка». Мне нужно кого-то послать туда. Ого, 6 минут начала, и только Фрэнсис справится. Ничего страшного, Фрэнсис. Я на тебя, между прочим, рассчитываю. И начинаю. Как ты планируешь понравиться усам, Кэтнис? Просто покажем, что мы такие же хорошие, как и они. Мы украдем что-нибудь из их гильдии. Как мы должны это сделать? Мы не воры, но у нас есть магия. О каком заклинании ты думаешь? Невидимость! Ха-ха! Я могу это сделать, но эффект будет недолгим. Пойдем, мы сделаем это, когда доберемся до гильдии усов. И мы готовы начинать квест. Что ж, приятель, у меня только Фрэнсис против тебя. Он у нас самый, что ни на есть, заколдованный. Вот тебе, на, получай. О, действительно, монетки выбиваются. Мне говорили мои подписчики, что нужно нажимать на нашего врага. И тогда с ним можно будет побыстрее справиться. Только энергии у меня маловато. Давай, тыч-тыч. И монетки из него так классно выбиваются. Мне нравится. Еще раз. Ого, он отбил волну. Ну давай, Фрэнсис. Вот так, вы смотрите, он на Фрэнсиса нападает. У него заканчивается энергия. Нет, мы заберем у тебя все монетки. И Фрэнсис, вот,
так вот. Ого, ребята, это сложно, очень тяжело справиться. Ну на, получай. Еще, еще, принцесс, нападай. Отлично, но у нас еще пятая волна. Ого, ребята. А энергии все меньше и меньше. Так, Фрэнсис, накопи, пожалуйста, побольше энергии. Кажется, я начинаю разбираться в этой игре уже получше. Ну что ж, давай. Пух, ту-ру-ду-ду-ду. Вот это сильный, мощный удар. А я с тобой еще посражаюсь. У меня 90-80. Давай, Фрэнсисик, давай. Ну же, ну же, нападай. Ему совсем чуть-чуть осталось. Вот тебе, получай! Вот это магия, вот это беда! Ха-ха! Получилось! Мы заработали! Сколько? Отлично! Мы все позарабатывали! У нас все готово! И я получаю сундучок! А из сундучка и алмазы, и монетки, и все на свете! Круто! Фрэнсис справился со своей задачей. Мы здесь. Делай свое дело, Фрэнсис. Хорошо, только помни, что ты только невидимая. Тебе все равно нужно быть потише. Ты уверена в этом, Кэтнис? Что, если тебя поймают? Репутация всей гильдии будет испорчена. Какие вы заботливые. Я готова, Фрэнсис. Удачи! О-о, отомщение! Мне кажется, эта история будет еще сложнее. Ну что ж, гони сюда! Так, отомщение – это, конечно, хорошо, но это тоже сложно. И, похоже, будет справляться Кэтнис. Ну что ж, Кэтнис, я в тебя верю. Погнали! Быть невидимым вообще-то немного страшно. Я должна постараться ни с кем не столкнуться. Теперь нужно найти что-нибудь интересное. О, что это? Где, Кэтнис? Покажи! Ого, какой ужаснейший монстр! Ну что ж, у меня 99, нет, уже 100 энергии. Ого, он тоже воюет с моей Кэтнис, он отнимает у нее силы. Какой ужас. Вот тебе, получай. Тыч-тыдыч. Отлично, но силы все равно отнимаются. Он хорошо бьется с Кэтнис. А ну-ка нанеси удар, сейчас мы посмотрим, как это работает. Давай, Кэтнис, у тебя получится. Еще раз. Вот так-то лучше. И еще раз. Отлично! Супер! У меня уже вторая волна. Это здорово! Мы победим! Мы обязаны победить! Ну что ж, Кэтнис, давай! Ой, он сбивает ей силы. Видите, я не могу никак ударить, как положено. Вот эти силы сбиваются каждый раз, когда он нападает. Ну же, вот тебе, получай! Отлично! Еще один удар. Да, пока моя энергия тут... Хорошо, давайте я попробую немножко ее потратить, чтобы побыстрее победить. Вот так вот. Тыч-тыдыч, третья волна пошла. Нет, уже четвертая, ребята, это хорошо. У меня есть шансы, у меня 99%. Я вообще боюсь на него сейчас нападать. Ладно, пару штук нападем, чтобы Кэтнис смогла ударить. Отлично, Кэтнис смогла ударить. Слушайте, он сильный, этот приятель, 87. Мне говорили, далеко сильно не надо ходить, иначе я потрачу все свои силы. Так, собираем. Побольше из него материалов выбиваем. Пятая волна, последняя, Кэтнис, у тебя получится. Ого, вот это помощничек. Давай, красотка. Ай-яй-яй, он выбивает ее. На, получай. И вот тебе. Тыч. Замечательно, удар прошел то, что нужно. Теперь нужно немножечко подождать. У нее получится, я уверена, что у нее получится. Давай, Кэтнис. Давай. Ну же, еще чуть-чуть. Вот так, он не успел ударить. Я успела ударить. 90-87, давай еще немножко процентов. Yes, победа! Ох, это было сложно, реально сложно. Но у меня замечательные награды. И я с спокойной душой возвращаю свою гильдию. Так, опля, открываем отомщение и смотрим наш сундук. Тыдыч! Здорово! Круто получилось! Ты умничка! Конан, Фрэнсис, я нашла что-то! Неужели? Ах, ой, ужас! Кажется, нас засекли! Извини, Кэтнис, они нашли нас! Я должна сказать, маленькие котики, я удивлена!
Я не думала, что кто-нибудь может пробраться в нашу гильдию даже с помощью магии. Что ты там нашла? Вот эту банку искрящейся пыли. Я даже не знаю, что это такое. Это банка пыльцы фей. Что? Это один из магических ингредиентов, который нам нужен для заклинания злого некромопса? Вам это нужно? Забирайте. Считайте это наградой за победу над нами и нашей собственной игре. Ого! Круто! Мы что-то забрали. Только я еще пока не пойму, что именно. Может быть, у нас что-то открылось? Нет, не похоже. А это что такое? А это ежедневные задания. Мы собираем еще больше монеток. Круто, ребята. Супер, супер, супер. Я прямо чувствую, что у нас все получится. Давайте посмотрим, сколько не хватает. Ого, неизвестно, сколько не хватает. Надо 250, и мы пока что это не собрали. Но где же увидеть это, а, ребята? Вот подскажите мне, пожалуйста. Мне, между прочим, очень интересно, где можно увидеть, сколько у нас уже есть материалов, а сколько еще нужно собирать. А пока у нас есть грандиозная идея, и я могу отправить моих котят, других котят, на борьбу. Так. Что ж, кого же выбрать? Максимус, Мяузиния, Конан и Мик. Ладно, вдруг эта борьба будет слишком тяжелой. Пускай идет Конан и Кэтнис, а здесь Фрэнсис. Вся старая гвардия, большая удача. Сундук откроется на 95%. Супер! Украсть у воров было прекрасной идеей, Кэтнис. Теперь мы им нравимся. Нам нужно сделать то же с другими гильдиями. Что может понравиться кучке накачанных котов? Могучие львы, они любят хвастаться своей силой. Давайте не будем спешить и придумаем что-нибудь. Ну что ж, давайте не будем спешить и придумаем, как побороть и одолеть этот кошмар. Так, ребята, мне нужна энергия, иначе дело будет очень долго двигаться. Давай! Вот так, отлично. Теперь Фрэнсис, выбивай из него все. Замечательно, Кэтнис, твоя очередь. Он не должен тебя покусать. Поскорее работаем, Кэтнис. Пух! А теперь Конан. Раз, два, три. Отлично. Энергии хоть отбавляй. Ого, он отбил атаку Фрэнсиса. Ну ничего, переживем. Мы сейчас еще раз атакуем. Вот так. Давай, детка. Бух-бух. Отлично. Конан, твоя очередь. Успели. Замечательно. Так, сейчас он хочет атаковать Фрэнсиса, но мы ему не дадим. Мы выбьем из него золото. Кэтнис. Отлично, ребята, вы стараетесь изо всех сил. Конан. Бу-бух, бу-бух. Ну что, Фрэнсис. О, Фрэнсис успел свою атаку нанести. Супер, 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 у нас получилось. Так, собираем еще монеток, побольше. Но у нас мало энергии, до 80 еще можем потерпеть. Давай, Конан, и сразу Кэтнис. Отлично, еще чуть-чуть, ребята, и мы выиграем. Ну давай, до 80, все, больше не могу использовать. Давай, Кэтнис, уже мои ребята на исходе. Фрэнсис, поехал! Тыч-тыч, отлично, супер. Так, я на вас рассчитываю, мои хорошие. Энергии у меня маловато, поэтому давайте сами справляйтесь. Еще пару ударов, и он в отключке. Yes! Получилось. Ну что ж, возвращаемся в гильдию. Собираем материалы 11+. Так, супер. И еще забираем наш квест, который мы удачно прошли. 95%. Синющие котята, молодцы мои ребята. Подзаработали, так подзаработали. Придумал, наилучшая идея за все время. Что это? О, идея настолько хороша, что ты не поверишь, что это я придумал. Но теперь мне интересно, что за идея. Турнир? Да, мы вызовем могучих львов сразиться в каком-то количестве состязаний и победим их. Если мы покажем им, что мы такие же сильные, как они, они должны будут принять нас в качестве своих союзников. Неужели ты думаешь, что мы сможем победить их в таких соревнованиях? Да, Конан, они же очень сильные. Конечно, сможем. Я напишу письмо и отправлю его прямо сейчас. Турнирная рыболовля! У нас с вами, ребята, новый квест! Но я думаю, что мы уже с вами его пройдем в следующем выпуске. А сейчас пришло время самого
самого интересного. Мы накопили на сундучок. И не простой сундучок, а очень даже необычный. И есть вероятность, что мы с вами возьмем маленького новенького котеночка. Ровно 30 тысяч отдаем за него монет. Глядите, в этой коробочке будет 95%, что попадется редкий и даже мифический. Правда, очень маленький процент, но все-таки я надеюсь, что будет именно так. Готовы, друзья? Тогда покупаем! Привет, привет, малыш! Ты кто? Скарлет! Ох тышка, какая красота! Редкая коробка и абсолютно новый котик. Только эта сила у нас уже есть в избытке. Где же Скарлет? Покажись! Я хотела бы на тебя посмотреть как следует. А давайте попробуем отправить наших котиков в мини-турниры. Вот тут, например, есть проблемы с крысами. Мы бы могли отправить Скарлет. Почему бы нет? Нашего нового котика. А еще отправим туда Мига. Он у нас тоже не сражался. Пускай этот квест проходит, а мы с вами еще кое-куда забежим. Так, а вот в этом мурлыкающий омут у нас попадет... даже не знаю кого, можно выбрать абсолютно любого. Может быть, Данго и Несси. Супер! И этот квест тоже начинается. А мы можем еще кого-нибудь? Ну, пожалуйста. Нельзя отправить больше героев. Но я думаю, что этот квест пройдется за 2 секунды. Как там мои котики сражаются? Покажитесь. Может быть, им помочь? Ну-ка. Что у нас со Скарлет? Какие проблемы? Давайте посмотрим, как она сражается. Давай, давай, давай. Я хочу это увидеть. Ну, пожалуйста. Или вы уже победили? Они уже победили. Придется возвращаться и отправить ее снова. Потому что что-то я не рассчитала, что они очень быстро одержат победу. Ну, давайте мне золото. Молодцы. А теперь мы пойдем в следующий турнир. Кого бы выбрать? О нет, в этом турнире только Фрэнсис подходит. А я бы хотела посмотреть, чтобы и Скарлет сражалась. Так, ладно, здесь вот Фрэнсис, здесь у нас Джульетта, а здесь будет... Ну, пожалуйста! Нет, не хотят. Нам нужно вот этот квест завершить. Кстати, он уже завершился, и мы опять получаем много-много монет. Так, теперь у нас квест со Скарлет. Итак, еще раз, Фрэнсис, пускай будет Несси и Скарлет. Хочу, 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 давайте, побегайте немножечко. Так, только побыстрее, вы закончите этот квест раньше, чем я его начну. Давай, Скарлет, я хочу увидеть твою силу. Нет, мы его не будем добивать. Мы сейчас посмотрим, как сражается Скарлет. Давай, Скарлет, давай, вот, покажи. Ух ты, вот это огненный шар. А она неплохая кошечка. Мне понравилось. Забираем награду. Отлично, много-много монет. Ну что ж, друзья, продолжение этой замечательной истории и про турнир, и про могучих львов вы увидите очень скоро. Поэтому не забывайте подписываться и жать колокольчик на канале Супер Развлекательный. Я вас всех жду-жду-жду, и мои котята тоже. С вами была Болтушка-Веселушка. Чао, какао!